На вершине холма, над долиной реки Ин, расположился один из самых притягательных туристических объектов не только Тироля, но и всей Австрии. Замок-музей Амбрас. История замка началась гораздо раньше того времени, как Инсбрук стал городом в полном понимании этого слова. Первые упоминания о замке относятся еще к X столетию. Свой нынешний облик замок приобрел в середине XVI века. Эрцгерцог Фердинанд, правитель Богемии, приобретает тогда замок и приступает к его перестройке. При покупке замка эрцгерцог ставил своей целью превратить это место в культурный центр европейского значения, основой которого послужили бы его собственные коллекции. Он слыл влеченным коллекционером и собирал оружие, изделия прикладного искусства, разные природные диковинки. Основным местом проживания Фердинанда стал Верхний замок. В его строительстве были использованы некоторые фрагменты родового замка бывших владельцев. Рядом находится отдельное двухэтажное здание, выстроенное в стиле Ренессанс, которое позже стали назвать Испанским залом. Внутренний двор Верхнего замка был отреставрирован в 70-е годы прошлого века. Музейные ценности хранились в отдельно возведенном нижнем замке. Этот замок-музей постепенно расширялся. В итоге в нем образовалось 5 смежных залов, где демонстрировались образцы оружия и доспехов. Многие из них принадлежали королевским особам. Испанский зал служил местом проведения приемов и аудиенций. В настоящее время замок Амбрас встречает туристов в великолепном Испанском зале. Здесь проходят дворцовые концерты, фестивали старинной музыки. Праздники эпохи Возрождения проводятся ежегодно в парке дворца.